Предсказания для Северного полюса. Ну, в общем-то, тоже даю предсказания такие для Северного полюса и Антарктиды. Дело в том, что сейчас как бы это как бы началось очень большое освоение, поэтому я включаю эти разделы в сайте. Так, таяние ледников продолжится и будет еще сильнее. Оттают замерзшие древние люди во льдах. Будет сенсация. Я просто как бы смотрела по телевизору, что якобы там проводили исследования, что якобы никакой земли на Северном полюсе нет. Только одни льды и внизу вода. Ничего подобного. Там, в общем-то, есть какие-то острова. Найдут остров подо льдом. Большое строительство и добыча полезных ископаемых. Будет скандал из-за территории. Ну, то, что скандал будет, это уже однозначно. Это я еще в том году говорила. То есть, если у России большая территория Антарктики, то, допустим, у других стран, особенно у США, там кот наплакал. Соответственно, будет очень много претензий. Спасибо за внимание.